Всем привет! Я Александра Соколова, рассказываю о жизни в Турции, предлагаю недвижимость в Мертине. И сегодня я, как эксперт, хожу и смотрю пляжи Мертина. Я думаю, что вам известно это сооружение, это здание, это символ Мертина, это Кыскалеси, девичья крепость, крепость в воде. И здесь чудесные пляжи, я вам сейчас их покажу. Смотрим. Это любимое туристическое место. Пляж отличный, с видом на девичью крепость. Ходят туда лодочки экскурсионные, стоят яхточки, катают на бананах. Еще катали на парашютах, ну вот улетели. Широкий пляж, оборудованный, есть туалеты, есть душ, есть переодевалки, есть шезлонги, зонтики и бары. Есть спасатель. Посмотрите. Сколько народу. Экскурсионные яхты катаются. Ну что, искупнемся, посмотрим, какое дно. Здесь традиционно много людей. Вот это вот все, это отели, пансионы. Парковки здесь полные, народу много. Идеальный заход, ни одного камушка. Вода теплющая. Я уже иду по грудь. Одно видно. Ноги видно. Очень круто. Стоят буйки для безопасности. Катаются на яхтах. В общем, развлекаются как могут. Тут катамараны. Кто любит педали крутить? Ну, наверное, пешком не дойдет до Кыскалеси. Я думаю, что у вас еще будет возможность посетить нашу жемчужину. Спасибо за просмотр этого видео. Спасибо, что подписаны. Берегите себя и увидимся с ним. Пока-пока.